победы. И в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 бодрых, крепких, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хат, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней. Значит, каждый час уже 600. Вот так. 4 горьких года. День за днем невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, яркой синью душу опаляя. Вешний вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса. Как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, гастроном, студент или сверловщица. Да, приятно думать о судьбе, очень яркой, честной и красивой, но всегда ли мы самим себе подлинно строги и справедливы? И сметя все мелкое, пустое, бросив скуку, черствость или лень, вспомни, друг, о том, какой ценой куплен был наш каждый мирный день. И шагая за высокой ногью, не забудь о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед нам те, кто жил во имя нас.